за очень низкие комиссионные. Вот просто рассказываю, что как раз комитет Калининградской гильдии риэлторов именно этим и занимается, и за последние 3-4 месяца добился, у многих застройщиков есть процент, и 5%, и 2,5%. Я думаю, что вы многие об этом знаете, и не только на тех членов гильдии, которые риэлторы входят, но и для других тоже, и мы это делаем. Поэтому я вот, например, приглашаю наоборот объединиться, вступать и помогать во взаимодействии и в этом вопросе тоже. Друзья мои. Я вчера ехала с одной из девушек, которая является риэлтором Калининграда, и у меня прям первый вопрос был, который я ей задала. Сколько вам платят другие застройщики? Есть те, которые у вас платят 0,5%, но это более дешевое жилье, чем русская Европа. И прямой вопрос: ваши покупатели выбирают что? Русскую Европу или это?